С днем рождения, любимый город! В Зале искусств Центральной городской библиотеки завершает работу выставка картины ивантеевской вышивальщицы Людмилы Полевой. Выставка посвящена 76-й годовщине Ивантеевки и открылась еще в преддверии празднования Дня города. Сколько же надо терпения, усидчивости, времени, труда, любви, трепетного отношения к тому, что она делает. И делает это она замечательно, как будто живописная картина. Вышивку крестом как вид искусства Людмила Николаевна открыла для себя 15 лет назад. В 1999 году она по рекомендации активистки клуба исцеления Тамары Забавниковой пришла в этот Ивантеевский клуб реабилитации инвалидов и пенсионеров. На открытии выставки автор с удовольствием в личных беседах рассказывает всем желающим о секретах своего мастерства. Зрители пишут восторженные отзывы и даже посвящают мастерице стихи. Золотой иглою осень вышивала, на холсте из листьев трав покрывала. Я залюбовалась, я смотрела долго, как в листве мелькает ловкая иголка. Дай мне вдохновение, дай мне осень силы, на холсте обычном вышивать картины. Всего в экспозиции представлено 36 картин, написанных нитью. Выставка завершит свою работу 28 сентября. Будьте добры, все посмотрите картины. Просто потрясающие.